Друзья, всем привет! Вы на канале Сибирь-38. Я выехал на Братское водохранилище, залив Дунайский. Приехал, выгрузил мотобуксировщик. Ну и сейчас поеду в залив Гуцульский. Нужно пересечь вот этот залив. Значит, сегодня взял палатку, закормимся пару лунок и будем пробовать ловить сорожку. Вот местные рыбаки, мужички рыбачат здесь на дачах. Ездят по заливу на буксировщике. Буксировщик с модулем. Но, говорят, рыбачим потихонечку. Поклевывает окунь. Погода сегодня пасмурная. На улице где-то минус 5 градусов. Но ветрено сегодня. Как выходные, так и ветрено. Как среди недели, светит солнце, тепло, все тает. Ну что, стартуем? Вот такой у меня сегодня пауэровозик. Санки полные. Печка, все, взял с собой, едем. Так, подъезжаю к заливу. Сейчас нам нужно будет маленько туда углубиться. На старый тулунский тракт. Вон его видно, просека в лесу. Уходит. Время 8:50. 20 минут тарахтел. Здесь снега побольше надуло. Ну что, нужно пробовать. Бурить. Смотрим глубину, ставлю палатку. Пару лунок еще забуриваюсь, закормлю. Ну и будем рыбачить. Сейчас маленько снег откидаю. Чуть-чуть. Взял с собой лопату. Очищу маленько снег. Так. Готовим наш жур. А тут лед-то меньше. Без наставки можно бурить. Там на водохранилище лед 1,20 м. Тут вот провалился. Немного совсем. Так, ну что, пробуем. Сначала глубину. Сейчас замеряем глубину и будем рыбачить. Так, сегодня еще взял с собой фидерный настрой. Сейчас пойду там где-нибудь забурю, опущу кормушки. Пусть стоят, глядишь, может, чего и поймаю. Так, ну что, проверочная лунка получается. Раз, два. О! Где-то около 2 метров. Можно даже поглубже чуть-чуть сместиться. На глубину. Сейчас попробуем. Иду буриться туда поглубже чуть-чуть. Сейчас точно замерю, сколько лед. Посмотрим. О, вот столько. Ну, где-то вот так, метр. Вырвал этот патрон.
сейчас буду переезжать, маленько углубился сюда в залив, мелковато, шел, бурился, раз лунка, и вон третья, ну получается здесь 4 метра, где-то вот в этом районе сейчас поставлю палатку, закормлюсь, придется переезжать обратно, ну и вот эти лунки подкормлю тоже, потом пробегу по ним, глядишь, может, что и поймаю. Ну а сейчас установка палатки и закорм лунок. Буду расчищать место под палатку. Беру снег. Ставим палатку. Так, отлично. Взял с собой полы. Думаю, не буду ставить. Сейчас набурю лунок. Так, закормимся. Ничего себе, лунки пробурил, вон воду дает.
Вода пошла в палатку. Вот прям видно, из лунки вода идет. Вон как. Жуть. И лед-то здесь сантиметров 60 всего. А, в воде придется сидеть. Палатка бы не вмерзла. Вода перестала идти. Видимо, вот первоначально давануло. Все, теперь стоит болото. В палатке у меня. Сегодня буду пользоваться вот такой вот магазинской прикормкой. Зимняя эффект гейзера. И дома вчера сделал, сварил вот такую прикормку. Она как пластилин у меня получилась. Вон какая плотная. Значит, здесь у меня горох вареный, сухари и семечки. Вот такая консистенция пластилина получилась. Сейчас шарик тоже отправлю туда и посмотрим. Ну, а сейчас замешиваю магазинскую прикормочку с эффектом гейзера. Так, пока хватит. Воды из водоема. Сейчас забуторю. Нужно будет подождать маленько, чтобы она разбухла и подсохла потом. Шарики сформируем. Ну а пока подготовлю мормышки. Три разные сейчас сделаю. Ну и посмотрим. А, так, есть у меня еще что? Мотыль подкормочного, или как он, прикормочный, закормочный. Вот такой мотылек. Сейчас покажу. Вот такой вот, видите? Мелкий, хороший. Сейчас вот его добавлю тоже вот сюда в прикормку. И потом буду кидать в этот, в лунку сверху потихоньку, помаленьку. Ну, в общем, вот так вот. Из самодельной прикормки тоже сделаю шарики и добавлю туда мотыля. Немного так. Ну и сформирую вот такие небольшие шарики закормочные. Пока три шарика сделаю. Угу. И вот эти накатаю. Начинаем закармливать. По одному шарику вот так. Так, сюда в центр просто кидаю самодельную прикормку, пусть тонет. Ну а сюда магазинскую. Пока лунки приманивают рыбку, пойду поставлю фидерные настройки. От палатки отошел метров 20. Поставим здесь, ну, чтобы на всякий случай, может, глядишь, поклевка будет, так услышу. Сейчас колокольчик поставлю.
О, где-то один колокольчик потерялся, выпал. Гробовики посмотреть надо. Ну, взял летние вот такие кормушки с собой. Не знаю, что из этого получится. Есть ли смысл их ставить. Но попробовать всегда можно, как говорится. Поэтому пробуем. Одну привязал. Теперь купил вот такую штуку. Называется пучковяз. Никогда не пользовался, но ради эксперимента поставлю. Вот в кормушку сюда забиваю прикормку. Вот так вот. А сюда на крючки подсаживаю мотыля и опарыша. На одну сторону подсажу пучок опарышей. Разноцветных такой микс сделаю, красно-белых. Получается, вот этим берем пучковязиком. Колечко насаживаем. Вот так вот расширяем его. И вот такой пучок мотыля используем. Все. Вот такая будет у нас приманка. Пробую. Ну и все, вот так вот. Колокольчик подсажу и пусть стоит. Снегом еще присыплю вот так. Чтобы лунку не видно было. Ладно, в общем, пусть пока один стоит. Второй не буду ставить. Это эксперимент. Попадется, попадется. Нет, так нет. Ничего страшного. Все, идем в палатку. Рыбачить на закормленных лунках. Рыбачить пока буду на две дергушки. Сейчас поставлю. Поставил уже две разные мормышки. На одну я насадил этот опарыш. Ну а сюда, на вторую, я подсажу мотыля. Как бы такое будет разнообразие. Вот так вот. Одна мормышка покрупнее, другая помельче будет. Сейчас покажу. Угу. Так. Ну вот одна. Вот такая мормышка будет, кубик, подсадила опарыша. Ну а вторая, вот мелкая, вольфрамовая мормышечка с мотылем. Ну все, пробуем что-нибудь поймать. Забыл я, правда, подставки всякие. Не взял. Ну, что-нибудь придумаем. Сюда опускаю побольше вот эту мормышку. Что, пробуем? В палатке не клюет пока. Решил набурить лунок, закормиться. В разных местах и буду ходить. Глядишь, может, где-то и клюнет что-нибудь.
Пробурил 8 лунок, прошел вот так вот кругом. И вот эта вот дальняя лунка. Сейчас закормлю их. Ну и будем пробовать ходить, рыбачить. Что-то должны поймать все равно. Прошлый раз вот эту пластиковую кормушку сломал на морозе, когда был здесь. Но вот сделал вот такую вот самоделочку. В крышке из-под банки просверлил два отверстия, ну, на проволочку. Ну, а сюда вот болт, наверное, 12 или 10, как грузик. Все, вот так она закрывается, тряхнул, открылась. Нормально работает, покупать не надо. Ладно, иду дальше закармливаться. Ну, кто-то вот шевелит. Ребята, поклевка какая-то. Что-то... Братуха ёрш. Вот это, да? Ну, это рыба, конечно. Ершицкий. Подыграл маленько. Сразу поклевка. Вернулся тут на луночку, на эту, на первую. Ершата, да. Тебя и ждали только. Ну ладно. Первая рыбка есть. Опа, поклевочка. Поклевочка. Окушок, походу. Ах ты, сошел прям под лункой. Сход. Ну ничего. Поклевка была, тащил. Ну, не ерш явно. Такое покрупнее что-то было. Ну ладно, пробую еще раз. Пока безрезультативно все. Поймал одного ерша, и вон с той лунки была поклевка. Дотащил до льда, и все, исход. Сходил, переставил палатку на сухое место, оттуда убрал. Перенес сюда, на снег. Не в воде стояло. Так, ладно, идем рыбачить, пробовать. Опа, что-то есть, ёршик опять, наверное, сошел. Ёрш, поклевочка была. Не просекает эта мормышка, конечно, мелкая очень. Опа. Это ударчик. Окунек. Такой небольшой. Окуня-то сразу видно по поклевке. Ну, отпускаю. Мормышка мелкая, что. Пусть бежит. Так, значит, надо что ли к берегу идти ближе. Еще вот у меня там крайняя лунка. Есть первая, которая самая. Ее прикормить еще раз. Сейчас закормлю, пойду пообедаю, время к обеду уже идет. Перекусить маленько салом. Рановато все-таки за сорогой, видимо.
глухозимие у нас еще полное. Снега вон много как. В городе вроде уже начал сходить. А на море-то не... Такая еще много. Время уже 13 часов. Думаю сейчас собраться. Все собраться и выйти туда. В сам залив. На мыс. Может там побуриться, а окунь брать будет. Потому что походу сороги не будет сегодня. Надо или ночью сидеть. Ждать смысла. Если бы она была, она бы уже в каких-то лунках, наверное, взяла бы. Лунки закормлены. Поэтому выход один. Ехать на мыс, пробовать ловить окуня. А окуня ловить нечем. Взял только дергушки мормышечные, с мормышками. Я ими особо-то не рыбачу, только весной. Все балансиры, все блесна, все оставил. Дергушки эти, чтобы не было соблазна рыбачить. Ну ладно. Можно поставить потяжелее какую-нибудь вольфрамовую мормышку и рыбачить. Буду пробовать. Сейчас перекушу, чай пью. Идем продолжать рыбачить. Глухозимие, однако. Сложил вещи, поехали. Сейчас заберу еще в шуруповерт вот там. Да снасть вот эту волшебную забрать надо, которая не работает. Ну все, только отъехал, ворон сразу прилетел, он сел. Там кусочек сала ему кинул. Сейчас найдет. Пусто. Вон клюет, сидит воронище. Ну теперь все, теперь точно все, выезжаем. Время 15 часов, загрузился, все, выезжаю домой. Ну, таким был эксперимент, такая была рыбалка сегодняшняя, глухозимие. Все, увидимся на канале Сибирь 38, всем пока.